Буквально 10 минут назад мы увидели на одном из российских сайтов ужасную новость, которая была опубликована сегодня утром. Многие сейчас начнут плакать, так как являются большими фанатами и поклонниками нашего любимого российского актера Федора Добронравова. Мы сами были шокированы от этого известия. Никто этого не мог предположить. Как нам будет трудно без него, мы даже себе не представляем. В данной новости сообщается, что сегодня в шоу-бизнесе появился такой слух о том, что российский актер Федор Добронравов вместе со своей семьей несколько дней назад уехал за границу. Также сообщается, что якобы он поменял место жительства, уехал жить за границу к своим родственникам. Никто до сих пор в это не верит. Давайте в любом случае поддержим Федора Добронравова. Является ли эта новость правдивой, либо это очередной фейк? Нам еще предстоит в этом разобраться. Подпишитесь на наш канал, жмите на колокольчик и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.